настроение. Я боюсь вообще. Страшно. Куда вы меня привели? Сегодня будет кровь. Первая кровь. Нету вьетнамских флешбеков. Хорошо, спасибо. Да? Понял? Ну ты понял? У чувака вот там, которые живут, очень весело. А по флюгелю можно? Петушок, чтобы закрутился. Да, ну тут сколько, наверное, метров? 100 максимум. На дроби. Даже метров 50. Ребята, есть чаек. Для коронавируса есть стаканчики. В смысле? Стрелять нажимать? Потом же экран. Вот это вот теперь снимает. Ага. Можешь выкрутить ее повыше. Да нормально и так. На, брат. Сложные времена настали. Приходится. Тарелочка, нам будет в левую сторону тарелочки. Бах! Молодец! Готов? Еще одна летит. Молодец! Да вы вообще звери какие-то. Мишень у нас Б. Смотрим, летит с левой стороны от нас. А, это дробь, то есть там много всякой этой херни. 355 дробинок. Смотрим, тарелку они у меня. Я их так ставлю, что я здесь. Так, с левой стороны от мишеньки. Ой, с правой стороны. Готов? Прицелились и получилось сзади. Прошу. А вы видите даже, где, куда дробь летит? Молодой человек, я 40 лет занимаюсь этим, не поверите. То есть вы видите... Где сноп основной проходит? Готов? Да. Отлично, еще одна. Молодец. Убийцы. Это невозможно. Кого я знаю, с кем я дружу. Маньяки. Как? Впечатление. А? Как впечатление? Отлично вообще. Так, еще раз нет. Стреляем. Готов.
ты! На две половинки. Готов? Я сейчас поспешу. Не, он помог. Впереди стрельнули в мишень. Готов? Угу. Вот и все. Давай. Молодец. Уже на улице можно ходить. Готов? Да. Спокойнее дождитесь. Готов? Да, дает все-таки. Ну что? Мне страшно с ним стрелять. Он стволами тут машет, сколько узкоглазых уже. Да пока немного твоих. Твоим с малышами. Твоих. Странно с ним стоят. Стволами машет. Заряженным в пушке. Художник так видит. Да вообще. Готов? А что не довели, а? Такие мишени достаточно. Да. Из танка пулять. Это тебе не из танка пулять, это дробовик. Думать надо. Да. Максим резкий вообще, как понос. Может, мы этот мешает капюшончик? Кепочка. Козырек, может. Может, он следит немножко, но... Ну, нормально, что-то отколол. О! Привет, вау. Поздравляю с первым...